Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В администрации муниципалитета прошло торжественное мероприятие, посвященное этому профессиональному празднику. Работников строительной отрасли поздравил заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Строитель в первую очередь это созидатель, и переоценить значимость этой профессии практически невозможно, потому что все, что окружает человек в повседневной жизни, создано вашими заботливыми руками. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены представителям строительных компаний, ведущих свою деятельность на территории муниципалитета. Среди награжденных Федор Богодеров, который уже более 10 лет работает в округе. Сейчас он руководит проектом выезда из 6-го микрорайона. Второй год работаем по выезду. Ну, по первому этапу, первый этап как такового закончили, остались недоделки небольшие. А со вторым этапом, ну, с автодором у нас пока тормозится, но продолжаем работать с автодором. Я думаю, что сентябрь, начало октября дорога должна быть построена. Ленинский городской округ – один из лидеров Подмосковья по строительству жилых домов. Уделяется большое внимание и возведению социально значимых объектов в новых микрорайонах. Максимально на штабах основной аспект, который после сегодня праздничного мероприятия будет рассматриваться и озвучен, это строительство социальных объектов, которые очень необходимы на нашей территории. Сады, школы, поликлиники. Поэтому каждый раз дается четкая установка о необходимости их строительства в сроки, а желательно раньше времени их сдать и максимально приложить к этому усилия. После торжественной части состоялось очередное заседание штаба по строительству.